Новый совет депутатов Абанского района начал свою работу. В конце недели там состоялись досрочные выборы. Предыдущий созыв признали неэффективным. Сегодня приступившие к своим обязанностям народные избранники встретились с губернатором. Какие первоочередные задачи поставил им глава края, расскажет Денис Денисов. О кризисной политической ситуации в Абанском районе краевые власти знают все. Недавно там побывал губернатор и обсудил накопившиеся проблемы с жителями. Политическая неразбериха длилась около года. Из-за конфликта с экс-главой района часть депутатов перестала посещать сессии райсовета. Пришлось прибегнуть к его распуску. Новым избранникам предстоит теперь наверстать упущенное. Сделать нужно много, и для депутатского корпуса это серьезный вызов. И очень важно, чтобы вот в рамках вот этих всех вызовов вы могли найти тот здоровый баланс, направленный на оправдание доверия жителей Абанского района. Опыт прошлого совета просто недопустим. В воскресенье состоялись досрочные выборы. 19 из 30 мест получили представители партии «Единая Россия». Наказ губернатора к новому созыву. Хватит ругаться, давайте работать. Вне зависимости от политических споров и партийных разногласий. Еще недавно Абанский район был краевым лидером по многим показателям. Теперь позиции сильно пошатнулись. Но депутаты верят, что смогут все поправить. Длившееся целый год или даже больше без власти закончено. У нового избранного депутатского корпуса много задач. Я думаю, все, как говорится, набросившись гурьбой, мы будем работать над исполнением этих первоочередных задач, которые стоят перед районом. Именно бюджет, устав и многое другое. Кроме того, в ближайшее время депутаты должны избрать главу района и сформировать постоянные комиссии. Ну и, конечно, стабилизировать политическую ситуацию. Вот поколение поменялось. Сейчас половина у нас опытных, половина ребят молодых. Все будет нормально. Сегодня народные избранники не нацелены на конкуренцию. Перетягивание одеяла – последнее, что нужно району. По мнению многих, общий язык уже найден. Союз опытных политиков и амбициозных новичков должен сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Денис Денисов, Александр Шевелев, 7 канал, Новости 24.